В данном виде будет игра Бигфут. Вы выступаете в роли охотника, и ваша цель — шкура Бигфута. Вам предоставляется довольно обширный арсенал, от верной винтовки до капканов. Можно собрать целый отряд охотников, а можно отправиться и в одиночку. Так, пробуйте, ищите. Жопа негра, это твой? Нет. Есть имя лобби? Сюда. Сюда? На русском. Сюда? Пароль 123. Так это твой, сука, блядь, пидорас. Сюда, блядь. Так. А, вот все, все здесь. Так, я буду Бигфутом. Нет, что здесь нужно? Мы играем команда против Бигфута. Джессика. Бигфут и этот, и... Да. Да. Томас, не, можно, конечно, было, но я думаю, давайте пока так посмотрим. Я буду Джессикой. Я, наверное, Рика возьму все же. Ну, я тогда Нигера. Кого? Томаса. Нигера, а. А, Нигера. Бедный чувак. А ты так, ну я готов. Ну, или вы тоже готовы? Я нажал готов. Я забыл выключить чайник. Куда ты съебался? Дед, а я тебя не видел случаем мертвых, мертвым в городе, в полном зомби. Ты обоздался. Это я тебя видел в городе мертвых зомби. Хорошо. Недавно музыкант Скотт и его девушка, специальный корреспондент Хельга, были найдены мертвыми со своей собакой в тени большого дерева у озера Росс. В новостях говорилось, что причиной смерти стала инфекция, но количество крови, обнаруженное на месте происшествия, заставило других предположить, что потеря такого количества крови произошла в результате травмы. Расследование зашло в тупик из-за трений властей и медицинского персонала. Сейчас этот... у меня сразу две вещи в голове. Первое, ты должен был сказать, я снимаю на... Во-вторых, я как-то лежал, смотрю, видос от тебя вышел. Нет. Да, я так лежу, мама мимо проходит, я говорю, мы вот звезды интернета, все, и запускаю это видео. И первое такое, что-то я там говорю, ты говоришь, Настя... Да, хочется немножечко стать обезьяной. Короче, просто все как выпали. Темно. Как ты сейчас фонарик? Сейчас да? Вечера. Просто, Гектор, оглянись. Как включить фонарь? Где камера? А, вот камера. Это камера. Я одну камеру взял, планшет на улице. Я тоже одну взял. Так, я тоже камеру взял. Это дрон. Винтовку кто возьмет? А? Винтовку кто возьмет? Давай-ка возьму. Давай, Гектор, у тебя теперь больше всех ФПСа. Так, смотрите, я взял винтовку, одну аптечку, тут патроны 9-миллиметровые, пистолет кто-то подбирал. Пистолет? Ну, я думаю, 9 миллиметров здесь для пистолета будет, не для винтовки. Пистолет никто не находил. Ну, давайте, короче, я тогда заберу патроны. Тут у нас... Аптечку возьмите, лежит... А, вот пистолет лежал, блядь. Ладно. И ты все спиздил, да? Я все спиздил, да. А, вот, стой. Ёбаный, могу... вот какой у тебя, блядь, потерянный взгляд. На, я дал тебе пистолет. Так, а как там инвентарь открыть? Ага. И дал тебе все патроны на пистолет этот. Так, а как его достать? Цифра 2. Ага. Короче, я GPS этот тоже взял. Мониторы возьмите, пожалуйста. Мониторы? Вот, планшеты возьмите. Я один взял, еще два на вас. Хорошо. Так, нож, аптечка, сектор, планшет, камера. А видно, что мое оружие светится, да? Да. Так, есть небольшие. Так, инвентарь, конечно, пиздатый, но вот было бы охуенно, чтобы из него можно было сразу забирать. Капканы, вот по одному капкану. Так, капкан нашел. Вот еще два капкана, говорю, стоит, я один взял. Нет, я нашел его на кнопку. А, М или Т? Т.
Да, Т. На С камеры ставить, если кто-то брал камеру на полке. Да, у меня одна камера есть. На Q можно инвентарь открывать. А, во, блядь. Ёбаный в рот. Смотрите, ящики открываются здесь, например, тут пусто. Блять, ваши ж... А карта? Да, блять, вы так бегаете нахуй, ёбаный в рот, шаги непонятные. Так, ну я предлагаю камеру одну поставить где-то рядом с... Ой, Q нажми вообще, хорошо, там, блять, сразу видно, что ты берешь. Да, Настя как раз об этом и сказала. Так, ящики обыграйте, вот патроны на меня я нашел. Камеру надо стоит, наверное, чуть дальше ставить. О, я камеру включил. И кто-то в нее смотрит, ты смотришь, а теперь я ее управляю. Да. А теперь ты ее забрал. Не, а теперь она... Настя, наверное. Нет, а как вы? На тап? Тап. Ой, на меня ничего нету. Иди сюда. А бля, как поставить? Ваншот подбирай. А как поставить? Почему не ставишь? Кого ты хочешь, фонарь? Нет, да. Нет, да? Нет. Ну чё, охотники? Пошлите искать Бигфута. Или он уже нас нашел? Подожди! Как там меня звали? Я не помню, как меня звали. Томас. Меня Рик. И Джессика. Джессика. Если у тебя память. Мы не туда пошли вообще. Карту открой. Только он завел. Да, я вижу, ебать, тут карта, конечно. Да хуй узнать, покупаться, блядь. Кого же первым заберет не этот? Вот слева там что-то блестит. Ну пошли, это дорога как раз. Я просто поперся туда, куда, блядь. Интересно было. Это факел, да? Типа причал, скорее всего. Ну да. Лутать ничего нету. Ящики лутаются. Мы плавать умеем или? Нет, походу. Это сталкер, я понял. Это сталкер. Почему? 3. А почему? Слушай, а тебя на бьет? Да, на тройку. Имеется дамаг. Вот я... А почему я не машу ножом? Просто я ножом не машу, я его в руки взял, а ну, махнуть, ударить не могу. У тебя просто запрет, ты забыл. Ты ножом зарезал 10 человек, блядь. Тебе ордер выписали, нахуй. Сказали я больше не пользоваться. Я и выстрелить не могу, подожди. Может, это особенность персонажа, типа он не умеет пользоваться? Нет, это просто, блядь, клавиша, сука, не сбросилась. Что-то FPS падает. Почему деревья хрустят, как, блядь, доски? Не знаю, что так FPS упал. Бигфут рядом. Ну, вполне, но еще рано. Слушай, стемнело прям пиздец. А сейчас 3 часа, 4. Уже утро, может. А где ты время смотришь? На Q справа. Ночь номер 1. Кстати, насчет ХПС, ты прав, ХПС просел. Короче, Настя, ты английский лучше меня понимаешь. Че у нас первое за задание? Где? Фотографировать Бигфута, да? А где ты, блядь, задание спрашиваешь? На Q, на Q. Надо ставить камеры и мониторить. Ну да, 4 фото. Блять, 4 фото что-то с деревьями связанными. Короче, Бигфут в разных позах и мертвецов найти. Это когда он нас убьет, что ли? Нет, тут просто убили ж людей. Он как раз таки. Сейчас светлеть будет. Уже? Да. Это утро. 5, 6. Ну, я думаю, днем он вряд ли будет лазить. Дрыхнет, типа. Ты можешь не так быстро убегать вперед? Мы тут как бы контролим этот сектор. Пошли. Да нормально, кого он там бить-то будет? Негра только. Так что бежим от негра быстрей.
Я всегда беру в лес детей, потому что я бегаю быстрее их. Так, ну вот, утро наступило. Что-то не чувствуется, что утро. Просто дождь пасмурный. О, мы перелазить умеем. Мы умеем перелазить. Мы топчемся хуже, чем, блядь, наверное, Бигфут. Так, ну я так понимаю, нам надо держать путь к озеру, типа, да? А мы разве не озеро-то? А какое из этих озеро? То зеленое, блядь. Давайте просто исследовать. О, канатная дорожка. Смотрите, тотем. А его фоткнуть... Нажмите, чтобы подобрать. Еще и с тотемом делаем. Не знаю, но... Может, он его забрали. Или приманивает, или отпугивает. Скорее всего, это обозначает, что он где-то здесь. Учите. Все, уже не так страшно. Побежали его убивать. И просто прибегает Бигфут, кого-то убивает нахуй. Да. И просто здесь сразу за спиной. Ой, ебать! Это блядь, ветер, блядь. А, в натуре, блядь. Что это за, она... за тряпка с говном висит там? О, Хантинг Тауэр. Старая, блядь, охотничья башня оленей. Я обосрался. Я думал, что-то примчалось, блядь. И это было я. Я против. Тесак. Иди. Тут спать. Лось или, блядь... О, канистра с бензином. Если там патроны 7.62. Мое. И вон на столе еще тоже 7.62. Лесник из Ривер. Блять, Рик! Да сука! Бери ружье. Винтовка. И бери патроны, у меня 40 на 50 патронов. Лесник из Редвуда. Хотел убить Бигфута или убил? Взрывчатка. Позвони, уточни детали. Хельга, Купер. Слышь, леса. Пароль 9746. Мы можем тут что-то с животными делать? Убивать, ёбни его. Может, так, приманка б... А, не, не берется. Мы музыкой привлекаем Бигфута. Спать мешаем. Так, что у нас? Мы нашли старую охотничью вышку. Я пошел, я безумец. Бля, я не знаю. О, это что, кабан? 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 А ну слева что это, блядь, там? Весело по полю бегает кабан. Так, смотрите, я вот тут поставлю вот так вот. Камеру? Да, видимость прям охуенная. Там фургон какой-то. Базаришь. Поляна хорошая для осмотра. Бать, барсук или что это нахуй? Охоту прям напоминает, бля. Да, 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 да. Может, надо бы как-нибудь разочек залететь. Посмотрю. Фургон не открывается, ничего. Че? О, лось. Ёбнул лося. Пойдем проверим. И в итоге, блядь, я слышу звук выстрела рядом с моим ухом. О, ну, что делать? Вы потрошить дичь. Ну ты убивал, ты и потрошить. Это, скорее всего, приманка. Мясо два штука. Ну да, может, это, наверное, и... в капкан как раз вложить, чтобы Бигфут лез на них. Темнеет. Уже? Блять, так да? Быстро. Да, 5 вечера. Ну, граждане негры, висите. Это явно Бигфут. Ну нахуй! Светлая сетка! А прикинь, он реально сюда сейчас прибежит, блядь. Вполне, так, он, да, скорее всего, проснулся. Давай карту посмотрим. Ну нам, в принципе, этим путем налево. Тут где-то, сука, барсук слева. Все это слышали, да? Ну что, идем? Кто храбрый? Волк. Тихо.
И чё? Было больно. Не сдох? Ты рычешь, блядь, ты мёртвый. Два мяса. Это не та игра, Гектор, где с ножа надо, наверное, влетать. Да. Думаешь? Да. Просто прикинь, я смотрю камеру, а он уже сзади нас, нахуй. Блять, кстати, как переключаться? Ага. Не бросайте меня, блять! Так, сверху что-то есть, да? Это вы, блядь, не бросайте, ёбаный! У, блядь, сзади кто-то идет. Ага. Пусто. Это чё? Кто камеру поставил? Ты, Настя? Я. Yeah. Ну да, в принципе, на объектах ставить желательно. То есть ты камеру управляешь, чё за хуйня? Это я, блядь. Я первый. Там ещё интересное, я уже там был. И просто меня убивают, нахуй. Так, у нас есть карта, куда мы писуем, блядь? Я хочу сходить, честно, к Зеленому озеру, но пока хожу по дорогам просто. Нам направо, чисто по прямой направо. Не пойдем же мы через лес. Нет, конечно. Тут мы такие, блядь. Если к Зеленому озеру, то направо. Терминаторы, помноженные на бед. Там так! В него, блядь. Сука, я его буду резать. Схватил меня. Блядь, меня схватил. Оглушил. Какие классные кадры! А, бля, в ушах звенит, ребята! Я фоткаю его! Фоткай, давай! Фу, 28 FPS! Здоровье! Хуёво! Он, блядь, прыгать умеет, ебать, он серьёзно умеет, блядь, за ним! Так, ну сколько-то кадров я сделал, но что-то, блядь, ничего в задании не отменилось, отметилось. Он в лесу живет, ну его нахуй. Скорее всего, надо не в бою фоткать. Он за нами скрыт. Да, я оборачиваюсь, он просто подходит к нам. То есть он тоже умеет. Так, на поляне заспаунились волчары, прям стая волчар. Надо здесь в лесу потом поставить. Он тут, походу, где-то обитает. Он хилится, сука. Угу. А у меня патрон, ну, прям нихуя. Он, наверное, кого-то съел. А, волка, наверное. А ну, ребята, смертник один, смертник два, смертник плюс два. Сейчас он отходит, его просто из кустов фраза. Но... Я аптечку уже потратил. Я тоже сейчас потрачу. А я аптечку вообще не брал. Плохо. Так что, ребята. У меня 68 хп. Твое оружие станет моим, блядь. Вы так вальяжно ходите, блядь, с жопами виляя. Нормально. Все-таки мы его убьем. Лишь бы его пофоткать. Да доказать, что мы не психи. Мяша. О, аптечка. Тут что тоже можно фоткать. Да? Да. В дом? Дверь закрывайте нахуй. Он опять пришел. Он, наверное, дверь умеет ломать, потому что он сломал, блядь, забор. Там, смотрите, с другой стороны. О, патрон для дробовика. Здесь будет дробовик. Опа, на GPS, блядь, сенсор. Возьму, не знаю, что это.
А ну, блядь, чё это? Как он обычно выглядит? Блядь, а кто камеру забрал? Я не понял, сука. Или нет? О, фоткай, фоткай! Ага, это страшная хуйня. Ну, когда я фоткал Бигфута... Ну вот, тег фотал в Бигфут, один есть. А это... Скрачет, короче, порезы на деревьях. Да, блядь, дай посрать нормально! Да, блядь, да! Гарри, блядь, выключи свет, дай посрать нормально! Старые, блядь... Нет, тут... время не срать. Че, у меня еще одна камера стоит. И у меня была. Ребята, помогите, пожалуйста, я в интерфейсе, блядь. Пиздец, это что, блядь, Бигфут сделал? Я хуй узнает, я открываю интерфейс, короче, блядь, и... Был бы это не игра, то ты вряд ли бы остался живой. После такого это пиздец. Вьетнамские ловушки. Ещё вон и Бигфут, блядь. Вот он! Ебашьте его, блядь! Стреляй его, это, скажи, с сигнального пистолета, подожги его. Ты, блядь, он за мной бежит. И за мной теперь бежит. Так, блядь, нахуй, остановись его на секунду, буквально. Где он, блядь? А, он ломает изгороди. Погоню. За ним, блядь, за ним. Он все ломает. Сука, кусты ушел. Сука, он просто исчез. Пидорас. А, не, вон он бежит, вон он, блядь, пидорас, убежал. Все-таки убегает, не телепортируясь, блядь. Идем за ним, нахуй. Вон он, блядь, бегает. Он, блядь, потерялся. Блядь, попущенец! Блядь, стоять, нахуй! Чики-брики! Или я попасть не могу, или дэмэдж не проходит. Сука, он по воде быстрее бегает. Нет, проходит дэмэдж. Догонялки с Бигфутом, так вот как она называется. Сначала он, блядь, опять через реку перешёл. Стой, блядь! Стой! Отлично, сколько мы в него выпустили пули, он должен был умереть от кровотечения. Где он? Он жрет кого-то, походу. Нет, он вперед убежал. Я потеряла его из виду, он спрятался. Ребята, я дед старый, у меня дыхалка не та. Да насрать, беги! Блюй кровью, но беги! Все, я его окончательно потеряла. Да, он, короче, он где-то здесь водится, в этом районе. Вон он, по дороге, бля, бежит, идет, блядь. Смотри, блядь! Ай, ноги сломал. Ай, блядь, нет. Уебался. Пиздец. Ты тоже, да? Да. Стой, не прицел. Попал. Вау. Промазал. Я на него могу GPS этот, блядь, явно... О, давай, если сможешь. Да, воткни ему палку. В жопу. А я стреляю, но у меня нет патрон. У меня самого осталось 9 патрон к винтовке. У меня только нож. Сейчас начнется веселье. Ничего за звуки. Патроны кончатся, блядь. Подхилится, блядь. Да, вон жрет, сука. Где? По хпшкам просто. Где-то волков. А ну по камерам. Нихуя. О, ну. Но он явно может не до конца лечиться. У него отнимается определенно. Да, там есть черная часть, а есть серая. То есть. Короче, его... кто-то дрон брал? Почему-то я думал, что я нет, его нет, взял. Нет. А он был разве? Да, был на кровати лежал или на полке. А, вот он. Дрон. У меня палка и тотема. У меня тоже палка есть. Его еще можно зарядить. У меня нету здесь планшет, мясо, GPS мне нету. Вау-вау, потеря сигнала, тихо. О, я наблюдаю дрона.
Угу. Он, короче, может шокером бить. У него заряд есть небольшой, но и далеко он не летает. Я вижу его на второй камере, в поле с волками. Да, вон он. Попущенец ебаный, блядь. У него палка появилась? У него да. Палка есть. Знак. Не, он это знак, выбирал. Он знаковый, да. Он блядь. Стал на нашего... Он пошел на нашу базу. Возвращаемся, блядь, за ним. Он как начнет убегать, я в него попробую воткнуть штекер. Но у меня тоже есть. Ёбаный в рот, блядь! Убили? Да. Просто оборачивайся, беги, медведь, блядь! Так он заспавнился из ниоткуда, с воздуха. Ну, блядь. Пиздец. Так, ну нам чисто в таком направлении и все. О, ну, еще... он сам сейчас придет. Еще одна хорошая поляна. Он опять где-то он живет. Волка где-то пиздит вот тут, блядь, по-моему, в этом направлении. Давайте пойдем отпустим. А, это лиса убегает. Мне не нравится эта сильная растительность. Это место. Волк. Опять медведь. Или волк. Бигфут. Бигфут. У меня волк стопорит. Четыре патрона и 12 хп. У меня есть канистра с этим, с бензином. Держи его, знай. Вон бегун! Сзади! По бочке, блядь! Бочки, гони его! Бать, он поджёгся! Подожгли его. Я пустой. Палку в него. Слепит его, слепит, да. Палка есть в жопе. Какая? Он слепит. Отъездить! Отправлен в рай. Нихуя. Прощайте. У меня было разорвано на куски. Я отправился так. В рай. Ну, у меня вообще потерян в лесу. Охуенно. Сейчас, чтобы подобрать. Это отнести тебя можно. Старый, держись. Старый, держись. Опять история, как в городе. Ай, блядь. Ёбаный в рот. Старый, держись, я сейчас встану. Спина болит. Нет, да, ты точно встанешь? Что-то ты это... Попробуй его поднять, Настя. Поднимай, меня поднять его надо. А я не могу. Ни тебя, ни... Тотем у меня во мне, скорее всего, не для оживления нужно. Скорее всего, ты не можешь меня поднять, потому что я его нес. Наверное, как-то... Потому что я его нес. Как тебя, блядь, положить, старый? Он ногой в текстурах застрял, я понял. Но я помочь не могу. Короче, жди, пока я сейчас отъеду и забирай тотемы из меня. Может, они связаны как-то с воскрешением. Как, блядь, труп бросить? Вот все. Помоги встать. Прости, друг. Да, попробуй ножом меня уже прирезать. Нет, не помогает. Нет friendly fire. Сука! Луис, блядь, опять, ёбаный в рот! Все, он умер. Был разорван на куски. Тотему взять? Я не могу это взять почему-то. Я не могу взять. Этот нигер проклят. Я, блядь, смотрю. Смотрю, а не, все получилось. Можешь нет. Тотем использовать? Нет, он не отмечается в этом. Он листает, он где фонарик, где это, да. Так. Ты чё? Пройти, как им пользуется мапа. На землю ставить его, кажется. Вот, на землю ты поставил. Чё с ним дальше-то?
Не знаю, мы видим этот череп в руках у тебя и все. Не, она один под меня поставила череп. Подвинься, заебал. Сука. Хотел спасти старого. Сломал себе ноги. А ну, блядь, вставай, сука. Это не работает, ты должна быть высшим лечом, чтобы поднимать из мертвых. Бля, ну я не знаю, я вас к трейлеру отнесу. Да на водопад скинь, сами доплывем. Окей. Я у тебя понесу, блядь, дед, пиздец. Живи, сука, у тебя нет сердца внутренности, ну живи, блядь. Если его можно нести, значит, где-то ж есть респаун. Да, ну, можно как-то взаимодействовать, по идее. Можешь... Блин! Прощай, братан. Мы умрем вместе! Брось меня! Слушай, он бежит быстрее! Ай! Зря ты перепрыгнул, обратно прыгай! Бля, все, пизда мне. Меня сбивает. Фаталити. Бля, сердце вырвал. Был убит. Умер. 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 И причем, блядь, мы умерли, сука, а самая тупая смерть. Это история про чуваку, что в лес пошли. Искать бихута, но судьба штука злая. Хотели бихута найти, а нашли лишь смерть.